За объединение с Румынией митинговали в столице Молдовы, Кишиневе. Акция эта была мирной, возможную провокацию предотвратила полиция. Задержали 20 мужчин в масках, которые направлялись к месту проведения митинга. В полиции сообщили, что их доставили в участок и в рюкзаках обнаружили бейсбольные биты. На митинге сторонники единого государства отмечали столетие присоединения Бессарабии к Румынии. Территория Молдовы принадлежала соседней стране 20 лет и в 1940 году перешла под контроль Советского Союза.